Приближается осенняя пора, значит, начинается сезон простуд и гриппа. Пчеловоды утверждают, что одно из лучших средств в профилактике этих заболеваний – мед. Он обладает полезными свойствами и укрепляет иммунитет. Мед Тамбова отличается полезными свойствами и вкусовыми качествами. И не зря ведь на гербе этой области изображен улей с пчелами, как символ высокого качества продукции. Это лакомство из экологически чистого края, любимое многими. На ярмарке сорта больше 15 видов. С миндалем, с грецким орехом. Очень вкусная меда этого года у нас присутствует на ярмарке. Вкус иван-чая с кориандром. Во время медового спаса весь мед на ярмарке от тамбовских пчеловодов был освящен. И такое изобилие лакомства вряд ли где увидишь. Наша земля очень чистая по экологии. Первое место мы занимаем по мониторингу. И очень мед хороший, настоящий. Липа, донник, гречка с прополисом, с пергой для иммунной системы. Вот. Очень хорошо. Тамбовские пчеловоды не первый год приезжают в Тверь. Продукция пользуется большим спросом. Секрет прост – качество и разнообразие. Найти ярмарку можно по адресу бизнес-центр Тверь, Смоленский, 29. А приобрести лакомство до 30 августа.